energy. Yeah. Oh yeah! Yes. Atmosfera классная. Just want your girl.
большое. Ой, мне так приятно, что много друзей, людей, которых я так хорошо знаю, пришли сюда. Спасибо, друзья, что вы поддерживаете нас, поддерживаете наше новое начинание, поддерживаете начинание МОЗ, вот этого офигенного мероприятия, да, МОЗ Джем. Вот, поэтому приходите сюда чаще. И возможно, что в один день я буду петь для вас весь вечер. Будет приятно для меня и для вас. Ну, сейчас классическая композиция Фрэнка Синатры. The very thought of you. Это информация, которую не нужно отпишать. And I forget to do. Thank you.
Хочу, во-первых, еще раз поблагодарить Мосджан за такую прекрасную возможность выступить здесь. Это буквально, можно сказать, премьера. Первый блинком для меня. Не то, чтобы я никогда не пела джаз, но... Нет, мне сказали, что мы еще две песни споем. Ура! Right now, right here. Где Наташа? Ну что? Let me say it. It's all right with me. You are.
отличную музыку, общаться, играть, бегать, прыгать, веселиться, как дети, короче. Ну, это важно. Ух, ну что, ладно, в общем, мы уже заканчиваем, потому что после нас еще огромное количество классных и талантливых музыкантов, поэтому мы еще одну споем и уже туда послушать. Блюз! А, кто любит блюз? Да? Так же, как люблю это я и все. Thank you.
Друзья, Наталья и Вадим специально сегодня на главном джеме клуба Алексея Козлова. Давайте еще раз поприветствуем Наталью и весь ее музыкальный состав, всем музыкантам, всем ребятам. Огромное спасибо. Огромное спасибо, господа, вы прекрасны. Итак, друзья, у нас очень небольшой музыкальный перерыв, музыкальная пауза, которую заполнит своей музыкой DJ Soul. Нам нужно небольшие переподключения на легкую перекоммутацию наших музыкальных инструментов, ибо у нас сегодня еще есть кое-какие гости, о которых я пока не буду говорить. Но тем не менее, они сегодня появятся на сцену и сыграют несколько замечательных композиций, друзья. Я надеюсь, настроение ваше прекрасно, да, мои господа? Как вы, живы, здоровы, все у вас супер, отлично, я надеюсь. Ну, прекрасно. Всем вновь прибывшим, здравствуйте, вы попали на мероприятие, которое называется Club Jam, сегодня здесь в клубе Алексея Козлова. Всем хорошего вечера, друзья, DJ Soul для вас, поехали! We'll be right back.
пожалуйста, еще раз всем друзьям. Смотрите, как у нас оказывается целый тут духовой оркестр пришел. Спасибо, друзья, огромное. Вот такая у нас получилась инструментальная композиция. И я бы хотел узнать, не уехала ли одна девушка, зовут ее Дарья Антонюк. Если ты здесь, то, пожалуйста, покажись. Очень хочется исполнить одну композицию, которую вы тоже все наверняка знаете. В общем, Дарья, если ты здесь, то выходи на сцену. Мы ждем буквально одно мгновение. Я бы хотел еще, чтобы у вас... Чтобы остались все здесь, да, естественно, конечно. Ну, в общем, видимо, уехала. Итак, я бы хотел когда пригласить на сцену девушку, которую... Как? А, не уехала. Итак, друзья, кто-нибудь шоу смотрел «Голос»? Знает такое мероприятие кто-нибудь? Телевизор не смотрит, да? Никто все выбросили. Правильно, ладно, шоу «Голос» никто не знает. Но, в общем, если кто знает, то вот эта девушка прекрасная, она, значит, в общем-то, выиграла в прошлом году это мероприятие, если кто-нибудь знает. За это отдельное ей спасибо. Но суть как бы не в этом, вы сами понимаете, мало ли что. В общем, Дарья Антонюк сегодня у нас в гостях, и композицию, которую мы сейчас изобразим, я бы хотел, чтобы несколько духовых инструментов, которых вот здесь много очень было, чтобы вышли на сцену и сыграли примитивную, самую очень обычную, простую композицию, точнее, мелодию, друзья. Вы ее знаете, она начинается от ноты «Ре». Да, может быть, кто-нибудь угадает эту мелодию с одной ноты, от ноты «Ре». Нет? Никто не угадает. В общем, композиция хорошая, красивая, простая, вы эти все знаете. Итак, Дарья Антонюк сегодня здесь у нас на Главмост Джеме, друзья, в клубе Алексея Козлова. Мы ее приветствуем. Все, поехали. Сразу говорю, друзья, я никогда эту песню не пела. Так что все. Мы тоже, да, все, давайте. Ну что, сейчас пойдем. Если кто-то вдруг захочет, пожалуйста, мне помочь, будете, пожалуйста, это сделать.
Петренюк сегодня здесь у нас на главном джеме. Спасибо большое. Спасибо, круто. Итак, друзья, мы продолжаем веселиться и крутить. В общем, следующая композиция, которая прозвучит, называется «Валли». Знает кто-нибудь такую песню, наверное? Да? Кто-нибудь знает? Кто Эми Уайнхаус? Кто-нибудь знает такую девицу? Знает кто-нибудь? Вот, круто. Итак, Полина Иванченко вот у нас уже появилась на сцене. И сейчас мы с ней очень мило, красиво изобразим эту композицию. Хорошо, вот, у нас хочет человек на вас гитаре. Вот, пока человек выходит играет на гитаре, друзья, хочется еще раз всех вас поприветствовать. Спасибо вам, что вы здесь, спасибо, что вы все сюда пришли. Спасибо, что все прекрасно. Вот, в общем, заходите к нам каждую пятницу, мы здесь собираемся каждую ночь, веселимся, в общем, прекрасно проводим время. Я надеюсь, настроение у вас хорошее, друзья мои. Супер, спасибо вам огромное. Если бы не вы, то, собственно, у нас бы здесь не было. И вас, соответственно, тоже. Итак, композиция «Валери», пока у вас меняется бас-гитара, она вроде у нас поменялась. Я надеюсь, тональность у вас есть, понимание аккордов тоже имеется, это замечательно. Итак, друзья, мы начнем, поехали. Композиция «Валери», Полина Иванченко, едем. Всем привет, Слава, отдельное спасибо за то, что каждый раз у него будет петь после космических людей просто, как после Эриков, после наших. Ну, буду повышать планку. Можешь просто сидеть. Sometimes I feel out by myself, and I'm walking around the world.
всем, друзья, Полина Ивашевский сегодня для вас здесь, на Local Genius, с композицией «Вали». Итак, друзья, следующим номером нашей программы будет очень такая романтичная, знаете, композиция. Кто-нибудь знает такую девицу, зовут ее Джилл Скотт, друзья? Знаю, да? Прекрасно. И сегодня ее нет, к сожалению, с нами в этом издании, но она, в принципе, жива-здорова, и дай Бог ему здоровья, творческих, так сказать, успехов и так далее. Я бы хотел пригласить на сцену Викторию Цапину. Виктория Цапина, в общем, сейчас выйдет, и спасибо и скажет всем за то, что она и мы, собственно, в общем, знаете, как это... Это в стиле Виталия или Владимира Кличкова, да. Чем старше человек, тем больше ему лет. Знаете, вот такая есть опция. Итак, композиция называется «He Loves Me», друзья. Вот, медленная, романтическая, красивая, и сейчас мы ее изобразим. Здравствуйте всем, доброй ночи. Здорово, что еще зал полный. Это очень сильно интересует для музыкантов, что есть слушатели, есть вы, аплодирующие, радующиеся. И по традиции у нас будет экспромт. You love me.
по запустам. Мне не хватает теплых кварталов под этой толщей тьма, что делает меня слабым. Снегом усыпан голые скалы, звездами сытые бои не станут. Святой психи выдох на край, ранее в ранее ранах, осколки убитых мечтаний. Это моё право быть с вами и пить залпом холодный пинцет. Это моё право быть с вами, самым далеким для того, что играет волну. Скажи, как долго мы знаем друг друга, скажи, как много мы ходим по кругу. Скажи, скажи мне так, как ты, о чём молчу. Скажи мне, прошу тебя. Диджей Франс, диджей Сол сегодня здесь, на главпост-джеме, друзья. И вернемся к вам буквально минуту через 15-20. Спасибо всем огромное, всем хорошего настроения. Ура, друзья! Мы продолжаем наше музыкальное путешествие. И я бы хотел пригласить на сцену девушку, ее зовут Элина Решетникова. И она сейчас красивым образом вам изобразит с помощью вот этих прекрасных музыкальных приборов. Изобразит красивую композицию. Она скажет... Наверное, расскажет вам сама, как она называется. Итак, Элина Решетникова сегодня здесь у нас на главном джеме, друзья. Давайте приветствуем ее. Всем привет! Самая стойкая старая. Поехали. В общем, это песенка двух сестер полускубинскими корнями. Очень люблю. Дуэт называется eBay. Возможно, я неправильно произношу. Песня о том, что я приду к твоей реке, и ты вынуешь мою душу. Надеюсь, у меня получится. Watch my soul again.
На эту сцену девушку, ее зовут Майя, друзья. Майя, пойдем. Споем прекрасную композицию. Майя Мисхадзе сегодня здесь у нас. И композиция, которая называется Big Girls Cry. Большие девушки, соответственно, тоже плачут, друзья. Вот, и мы начнем, по-моему. Thank you.
Спасибо, друзья. Майя Висхадзе сегодня с этой замечательной композицией здесь, на Главмодеме. Итак, друзья, следующего героя я хотел бы пригласить, это Александр Паклин. Александр Паклин, если ты здесь где-нибудь есть, то выходи, пожалуйста. Кто-нибудь знает такого исполнителя и певца, и композитора, и, в общем, большого человека, как Стиви Вандер, друзья, знаете? Знаете, да, чуть-чуть? Вот, в общем, сейчас мы постараемся изобразить его композицию. Нет. Нет, кстати, очень сложно будет угадать, что за композиция, потому что она достаточно неизвестна, не избита, так можно сказать. То есть это не Superstition, не Sergeant и не I Wish. Что-то более другое, и не из Enchilada. Итак, сейчас мы соберемся в кучу и попробуем ее сыграть, да, Леня? Леонид Хайки на барабанах. Сейчас вот к нам присоединился Алексей Косовский. Сегодня весь вечер тоже у нас блистает за барабаны. Алексей Любчик на бас-гитаре. Роман Бондаренко, да, вот как бы откланивается. Роман Бондаренко играет на гитаре сегодня весь вечер для вас. Итак, Александр Паклин и композиция, он сейчас сам назовет ее название, потому что она непроста. Спасибо. Всем добрый вечер. А композиция называется All is Very Love. Все честно, люблю. Oh,
Love's a crazy. И вот господа хомяки, вы тоже, наверное, знаете, и там нам нужна красивая мелодия вначале, которая играется от ноты в данной ситуации ми бемоль. И композиция называется Bad Girl. Знаете, наверное, такую композицию, да? Ну, вот, Миракуай играл еще различные персонажи, ее исполняли. Вот, сегодня, в общем, Ульяна исполняет эту композицию, и мы начнем. Поехали. Bad girl. I'm bad girl.
Ульяна для вас это замечательная позиция. Итак, ребятушки, прекрасные друзьяшки, я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Виктория Суда, друзья. Виктория, пойдемте. И композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Please Don't Stop the Music». Вы знаете такую песню, да? Вот. Вариация, пока она будет спокойного, хорошего варианта. Вот, я не так, ну, останьтесь, ну что, почему не? Вот, Виктория, пожалуйста, вот она здесь, у нас сейчас для вас исполнение композиции. Thank you.
Спасибо, друзья. Виктория, с этой замечательной композицией. И, дорогие дамы и господа, на этой замечательной, прекрасной композиции Please Don't Stop the Music мы заканчиваем музыкальную часть сегодняшнего нашего марафона. Но с нами остается наш замечательный диджей сегодня, диджей Soul и диджей Франс, друзья. Поэтому мы еще потанцуем, покуралимся и пока еще не расходимся, друзья. Итак, всем огромное спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы здесь были, за то, что вы участвовали во всем этом, дорогие друзья. Мы здесь собираемся каждую пятницу, поэтому каждую пятницу добро пожаловать в клуб Алексея Козлова. Сбор ориентировочно в 23:30, около нуля. В общем, как будет настроение, желание, всегда заходите. Мы всегда здесь. Итак, спасибо всем огромное участникам нашего сегодняшнего музыкального марафона, всем музыкантам, всем вокалистам, друзья, давайте им отдельное гранд мерси. Спасибо, ребята, вы были незабываемы и очень прекрасны. Отдельное спасибо нашему звука и светоцеху, ребята, спасибо огромное, Андрей, Петр, Сергей. Спасибо. Спасибо всем работникам клуба Козлова. Всем администраторам, всем официантам, всем барменам, охранникам, ребятам, поварам. В общем, всем женщинам, кто сделал сегодня нам все вот это вот вкусняшки выпустил. Прекрасные. Собственно говоря, спасибо нам нашим сегодняшним диджеям, друзья. Им отдельный гранд-мерси. И, собственно говоря, увидимся в следующую пятницу. Меня зовут Слава Быстров. Вы были на Главпост-джиме. До новых уникальных встреч. Всем пока-пока. Спасибо, друзья. Хорошего вам еще выходного сегодня. Пока-пока.